троганье травы вместе. Но как бы соло. Как бы вместе, но как бы соло. Сейчас мы будем учиться трогать траву. Уважаемые пацаны и пацанессы. А, погоди, нет, мультиплеер есть. Рекомендуется играть синглплеер. Подожди, что? Реально? Сервер браузер. Найдено 0 серверов, понятно. Ни одного человека в этой игре сейчас нету, судя по всему. Новая игра. Субурбия. Маленький и тихий городок в центре... где-то. У меня ноги есть. Ребята. Так это что называется Next Gen. Ля, вы посмотрите на эти отражения, на этот графен. Уф. Угу. Так, ну это, видимо, машина, на которой я приехал трогать траву. Что еще здесь есть? Жрл Хомес. Реалити Групп. Это, видимо, продается домик такой. А я приехал его... Есть там кто? Я что-то... Что это было? Что это было, блядь? Это он типа занюхнул что-то или что это было? Да. Вот опять. Когда я захожу, кто-то шмыгает. Окей, ладно, я не боюсь. Кто это говорит? Кто издает эти звуки? И где все мои соседи? И почему я могу проходить сквозь заборы? Жреле Хомес. Знакомо, знакомо. Что-то мне это все напоминает. Соседи. Ау. Погоди, там что-то где-то журчит. Соседи. Я нихуя не вижу. Ладно, я пошел отсюда. А где все жители нашего города? Это ты ходишь, ты стену трогаешь? Так это еще и не только симулятор трогания травы, это еще и симулятор трогания стен. Ну вон тачки у кого-то есть. Вот тут гараж открытый. Зачем здесь все эти дома открытые? О, лестница? Погодь, 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 погодь. Я могу наверх забраться, могу даже еще наверх забраться. Это что, типа чердак? Так, погоди, погоди, погоди. О, йоу. Зачем в симулятор трогания травы добавлять фонарик? Это полностью пустой город с очень темными, пустыми домами. Ну, вроде пусто. Ау. Ау. Погоди, а я хочу вернуться в тот дом, где я слышал какое-то шипение. Там как будто то ли радио, то ли телевизор какой-то был. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Играется, кстати, примерно на том же фэпосе, что и, блядь, Counter-Strike 2. Ну, просто, как бы, ну так, если чё. Да-да-да-да-да. Чего нахуй? Бро, это не смешно. Чувак, это не смешно.
Алло, блядь. Сука, если там сейчас будет скример, нахуй. Какого хуя? Подожди, я заходил. Чувак, я зашел поиграть в симулятор трогания травы. Какого хуя я оказался в бэкрумсах? Бро! Не, погодите. То есть этот хуебес реально, блядь, добавил эту игру в Steam. Сделал вид, что это симулятор трогания травы. Так еще и, блядь, в мультиплеере. А это оказалось ебучим бэкрумсом. Не-не-не-не-не-не-не. Блядь, это реально какая-то, это жутковато. Это жутковато, блядь. Бро. Я же так и не потрогал травы. А погоди, там что-то видно было? Стоп. Погоди. Настройки. Лангуаги. Немецкий, английский. Субтитры. Какие нахуй субтитры? Субтитры для чего? Скоро мы это узнаем. Аудио. Output девайс? Стоп, 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 стоп. Voice chat? Стоп, 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 стоп. Видео. Лог FPS. 144. Геймплей. Controls. Контроллер type. Нет. Key bindings. Sprint shift. Меню скиллов. Интеракт. Интеракт. Ага. Окей, понял. Сила трогания травы уровень 1. Я в бэкрумсах, блядь, какая трава, сука. Тут разраб, походу, травы не только потрогал, но еще и, блядь, и понюхал, и покурил. И в жопу тебе вколол, блядь. Хотя бы фонарик мне отдайте. Эй! Бля, мне реально стрёмно. Я не хочу в это играть, я не хотел играть в хоррор-игры сегодня, у меня это в планы не входило. Да он все меньше и меньше становится. Сука, чёрт на разрабе, блядь, ёбаный. Ебобаный. Вот и... Ну и чё это, блядь? Окей, я спиной пойду. Мама. Мамочки. Почему он такой длинный, блядь? Так, всё, я уперся в стену. Блядь, тут поворот куда-то есть. О, сука. Окей. Окей, всё нормально. Всё нормально, сейчас мы найдем отсюда выход. Пойдем трогать траву. Сейчас. Уже вот-вот. Это, походу, оттуда я и появился, да? Это начало? Что это было? Блять, иди ты нахуй, сука, я не понимаю, где здесь баги, а где здесь, блядь, не баги. Ну, я вроде уже везде побывал, не? Там я был, там начало, туда я тоже ходил, но там вроде развилок нету никаких. Походу, тут все ведет в тупик. А, вот там вот я еще не был. МБ это просто пасхалка? Чувак, эта игра, блядь, одна большая пасхалка. Ты думаешь, они в эту, блядь, пасхалку засунули еще одну пасхалку? Чтобы тебе было, блядь, еще более пасхально? Ой. Тут тупик.
Жимала, спасибо за 100. Вот что будет, если трогать траву. Чат, не трогайте траву и не выходите на улицу. Юрий Мару, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Я должен потрогать траву. Я должен потрогать траву. Окей, ну здесь я тоже был в робе. Окей. Лоуд. Субурбия. Зона Субурбия. Стоп, то есть здесь something doesn't feel quite right. Там было написано. Так, блять. Окей, теперь я заинтересован. Ва, плюс 250 экспы дали. Еще 250 экспы. Ва! Ну-ка, сколько? Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть надо потрогать. Как настоящее, ё-моё. Плюс один Grass Power Point. Так. И что мне это дает? Граспа... One with nature. Become invisible for a short time. Unlock a new touching maneuver. Sense the presence of grass. Неизвестно. А, погоди, неизвестно, потому что еще в игру не добавили. Ускоренное трогание травы даже есть. Так, погодите, окей, мне теперь интересно. Я должен все вкачать. Я должен все вкачать и посмотреть. Трогаем траву. Сколько там надо? Окей, почти сделали. Второй уровень. Отлично. Так, теперь можно быстрее трогать. Или нет, или нельзя. Allows you to unlock new skill ability. Да, блядь, сначала ее что ли купить надо? Два grass power skill point. Так у меня же есть. Как купить-то его? А, вот, все. Point 1. Блять, тогда опять трогаем. Если потрогаешь большую траву, то тебе дадут больше XP. Откуда ты это знаешь? Ну давай посмотрим. А он не трогает, кстати. Кусты не трогает. Нет. Да тут американцы ебобаные, блядь, подстригли всю траву. Даже потрогать нечего особо. Пиздец, блядь, англосаксы даже траву не уважают. И почему я это делаю? Подожди, почему я делаю это в перчатках? Разве не весь смысл, типа, трогания в траву, что, в том, что ты должен почувствовать траву? А я это делаю в перчатках. Так. Теперь я вроде как могу ускоренно это делать. Бам. Новый трогательный маневр. Да, я хочу, я все хочу вкачать. Реально быстро. Быстрее! 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 Я хочу трогать траву! Всю траву! Какую могу! Каждую травинку! Каждую землюшку! Каждый квадратный метр! Уф! И еще! И еще! И еще! Так, новый поинт. Сколько там надо? 3 поинта, ни хрена себе, блин. Окей, ну это надолго. Кликер с элементами бэкрумса. На Steam BD в статистике буквально ты один, кто играет.
Ну, шедевры часто остаются непонятыми. На самом деле это еще более жутко понимать, что, блядь, вот в тот бэкрумс нахуй какой-нибудь свалился только я. Я даже не могу никаких гайдов загуглить. У тебя талант делать из всего ебучих хорроры, раз я здесь. Вопрос, как ты думаешь, какой вычет у сиамских близнецов, типа как у одного инвалида или как у двоих детей? Всей группы думали. Какой вычет у сиамских близнецов? Вычет чего? А? Спасибо за 200 бип. Я не понял, что ты хочешь от меня. Я трогаю траву. Все вот эти вот ваши интернет-волнения какие-то, они мне больше не нужны. Мне это не интересно. Мне интересно только трогать траву. Я потрогаю каждую травинку. А сейчас знаете что? Я тут уже достаточно травы натрогал. Давайте потрогаем еще и вот здесь ее где-нибудь. Сохранись. А у меня, кстати, почему-то очень сильно чат лагает. Может, это майнер? Так. Я могу открыть себе инвиз по какой-то причине, непонятной мне. Либо новую технику трогания травы. Я открываю новую технику трогания травы. Ё-моё! И экспы еще больше дают. Это я, получается, прям всем телом, типа, падаю и как это... Обоими руками. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, я даже не... Подожди. Погоди. Мне показалось или... Бро, я, кажется, не просто трогаю траву. Держи. Да, я определенно не просто трогаю траву. Лижет? Не только. Вероника, спасибо за 200, спасибо за трек. Я просто пиздец, как люблю траву. Я так обожаю траву, это просто ёбнешься. Уф. 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 Олег по пиву, спасибо за 100 рублей. Недавно узнал, что однокрупник из вуза СВОшник, как я это узнал, он в общий чат потока скинул видос с расчлененкой, где несколько человек в форме украинских солдат валяются в крови. Ну... Идиот себя обозначил. Вот как бы опасайся общения с такими. Это хорошо, что он сразу себя обозначил хотя бы. Так, а я продолжаю. Мне кажется, или солнце заходит. Оно уже не... Сейчас же не потемнее, да? А где солнце? Ладно, давайте вот здесь немного еще травы потрогаем. Олег по пиву, спасибо за 100. Спасите. Сорян, Олег. Мы слишком погружены в трогание травы. И вообще так-то да, типа в групповые чаты скидывать подобный контент, но это типа как минимум пиздец как странно. То есть, если кому-то куда-то об этом сообщать, то там... Ну, если бы я учился с таким человеком, который такое бы в общие чаты скидывал, ну, у меня закономерно возникали бы опасения. Типа, а чё, если такой долбоёб ещё чё может учудить? Вот и как бы и думайте. Но пока что мы трогаем траву. А ты не будешь трогать траву с чатерсами? Хочешь сказать, что кто-то еще купил эту игру, да? Чтобы трогать траву вместе со мной. Блин, а здесь можно перенести прогресс? Просто я уже почти на фул прокачался. Так-то. 3-12! Чувак! Она платная? А я не знаю, платная она или нет. Погодите. Страница в магазине. А, да, она платная, 54 лиры.
Жимала, спасибо за 100. Инвиз тебе дали не просто так. Как будто светлее стало. Там буквально один отзыв по этой игре. Раньше вообще ни одного не было. Ну давайте, окей, ладно, хорошо, давайте. Я сохранюсь. Вот здесь вот. И попробую по сети с кем-нибудь потрогать траву. Не просто трогать траву будем, получается, а еще и социализироваться. А вот, кстати, здесь добавили. Прямо добавили неизвестное. Трава, спасибо за 200, прямо за тобой. До конца стрима я оборачиваться не буду. Так, мультиплеер. 0 серверов. Хост гейм. Игра, новый сервер. А, количество игроков максимум 2. Окей, а нет, погоди, вот 4. Так, хост гейм, окей. Ну, я так понимаю, вы можете подключаться. Блять, с самого начала, сука, траву трогать. Я хуй. Ну ладно, давайте. Вот этот кусочек маленький, мне кажется, без любви остался совсем. Никто, наверное, не трогает здесь траву. А вот я потрогаю. Возьму, да потрогаю. Пиздос, 300 рублей? Ну, чувак. Как мало букв вмещается, налоговый вычет — это тупой мем на налогах. Типа считать их как двух или одного человека. Чат, покупайте симулятор травы за 309 рублей. Вот как раз для таких, как ты, блядь, этот фильтр и сделан. И знаешь что? Я бы сделал его еще меньше. Чтоб такие, как ты, могли, блядь, еще меньше букв в свои странные донаты вставлять. Уф. Уф. У тебя буквально перчатка только на одной руке. Врешь. Ну и где? И зачем я мультиплеер делал? Никто со мной траву не хочет трогать, что ли? Жди, я захожу. Ну давай. А я пока продолжу трогание. Трогательная игра на самом деле. Коленка чешется, сори. Я в ахуе, они реально ее покупают. Они реально думают, что здесь будет работать мультиплеер, и они смогут подключиться ко мне на сервер. Они реально так думают. Это не трава уже нихуя. А погоди, кстати. Реально не могу. Смотрите, тут не работает. На асфальте не работает. А на траве? А на траве-то работает. Жесть. Ну это next gen. Это типа кто-то прям очень сильно позаботился. Так, быстрое трогание. Окей, давайте где-нибудь вот здесь теперь потрогаем. А, это типа просто быстрое. Enemies to combat at night написано, что будет в релизе. Пошел нахуй, долбоеб, блядь, со своими спойлерами, сука ты тупая. А что же там? Что же там? Быстрее, быстрее, надо все разузнать, быстрее, 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 сука! Вот такой кретин, как ты, знай он бы, что там можно провалиться, он бы мне, блядь, сразу же написал, а еще там можно, короче, провалиться, и там будет, типа, бэкрупс, и, типа, короче, это, типа, а? Не хочешь потрогать травы вместе?
Пуя. Вам что-то надо? Жимала, спасибо за 100, потрогал траву в игре, молодец, а как насчет теперь потрогать траву в реальной жизни и наконец-то выйти на улицу? Почему он просто стоит и смотрит на меня молча? Че ты, блядь? Ты че нахуй, блядь? Че ты быкуешь, блядь? Иди травы потрогай, дядя, тебе... Давай вместе это сделаем. Давай, я покажу тебе. Ну нет, подожди. Я траву трогать хочу, а не... А, это он так приседает. У него просто пропадает половина тела. Это он типа присевший сейчас бегает, вот так вот. Так, а ну-ка попробуй потрогать ее. Стоп, а что, voice chat не работает, что ли? Субтитлис, аудио, voice chat, push to talk, v, ну, должно все работать, я не знаю, что. Алло, меня слышно? Алло, включи голосовой чат, я вам только что показал, он работает, блядь. Enable on, включено здесь все. Короче. Я пришел сюда трогать траву. Не знаю, чем ты там собираешься заниматься. А я буду трогать траву. Блять, их теперь двое. Ну чё, пацаны, усиленно трогаем траву. Почему они так бегают? Чё за... Пацаны. А, так я сам так же бегаю. Они как будто реально танцуют. Так, все. Короче, каждый себе забирает по углу. Вот кому-то вот этот угол, кому-то вот этот, а мне вот этот угол. И начинаем трогать траву. Все, молодцы, ребята, давайте. Трогаем траву. Еще один! Вот тебе, короче, четвертый угол. Ой-ой-ой, как настоящее, прям, слушайте. Это я, и у меня войс не работает. Ну, значит, он здесь, в принципе, не работает, блядь. Что ты от меня-то хочешь? Я все включил. Ничего не работает. Давай, дядь, иди, вон тебе угол зарезервирован. Давай, трогай траву. И ты тоже не отлынивай. Давай. Мы должны подготовиться к ночи. Скоро солнце сядет. И тогда... Живые позавидуют мертвым. А пока трогаем траву. Трогаем траву. А ты откуда знаешь, что как настоящее? Я же говорю, как настоящее. Ты поменяться хочешь? Думаешь, у меня трава зеленее? Ну хорошо, ладно. Хочешь, забирай. Мне не принципиально. Любая трава для меня великолепна. Это даже лучше. Глупец он и не знал. Давайте, ребята, не отлыниваем. Трогаем. Пальчиками проводим, прям чувствуем силу земли. Да что такое? Тебе опять? Все, последний раз меняюсь. У меня очки не капают. 2 поинта. One with nature, currently not in game. То есть я только что купил что-то, чего в игре нет. Погоди, а где один чел? А, вот эти. Фрешмит, спасибо за 100. А теперь представьте ебало тех, кто купил и скачал эту игру, но не успел присоединиться. Можете представить мое ебало, потому что мне придется трогать траву одного. Блять, точно здесь же 4 человека максимум. Не, ну сделайте еще сервера, трогайте траву вместе, ребята. Это же великолепно. Живем в эру, когда трогать траву можно вместе.
Просто взять, залогиниться и потрогать траву вместе. Хочу, например, здесь потрогать траву. Ой, какая. Уф. Уф. А если, например... Бля, я думаю, я сквозь пробегу. Тихо. Ребята, не разгоняйтесь, на поворотах аккуратнее. Соблюдайте скоростной режим, ребят, вы чё? Так, давайте, короче, все в круг встанем. Ебать. Погоди. А можете еще раз-то вот так попробовать сделать? В стену идти. Ебать. Кто нахуй? Кто? О, ё-моё, кто нахуй? Зайди в дом, я там живу. Так, ребята, я один не пойду. Мне нужна подмога. Фонарик на F, если что, включается. Вроде бы. Погоди, а почему мой не включается больше? У меня фонарик больше не включается. Алло? Пацаны, а у вас включается фонарик? Тут все дома имеют разный контент. Подожди. У меня фонарик, блядь, не включается. F. В мультиплеере нет. Подожди, кто-то что-то... Вы тоже это слышали? А, в патчноуте написано, что фонарик только для сингла. Да. Как будто что-то... Кто-то что-то как будто сказать пытался. Алло, чуваки, а voice chat работает? Нет, попробуйте сказать что-нибудь. Вы меня слышите? Уважаемые. Прыгните. А, здесь нельзя прыгать. А, сядьте все, если вы меня слышите. Ебать, что это такое, блядь? Чего они все встали? Мне страшно. Почему они все встали синхронно? Слушай, ты уебок. Выпусти меня отсюда. Козел, блядь, выпусти меня. Вот опять. Слышали? Там четвертый. Нет, четвертый, да, нормально. Мы паниковать начнем, когда здесь пятый объявится. Потому что максимум здесь 4 человека на сервере вмещаются. Ты, блядь, съебись, нахуй отсюда, козел, сука, тварь, говно, блядь. Урод, член, говно, блядь. Да иди ты нахуй. Вот что это за звуки, блядь? Блядь, это такая странная игра. Я в нее рассчитывал поиграть минут 5, но здесь столько загадок. Дорстак, Дорстак. Блядь, идите траву трогать, уебаны. Ой, блядь, хорошо, сука. Я это запомню. Я это запомню, уебки, блядь. Все, я буду трогать траву, мне плевать. Я трогаю траву. Все остальное меня не волнует. Идите свои кусочки травы, блядь, трогайте. Я с вами не намерен больше делиться. А я быстрее трогаю. А я больше трогаю травы, понятно? А моя трава зеленее, ясно? Так вот и знай. Бери свои, блядь, ботинки. Голимые. Опа. Опа. Вот этот долбоёб купил, блядь, эту игру. Рублей за 300. Чтобы бегать, блядь, и мешать мне играть. В патчноуте при первом запуске... Чё? Чё-то там в патчноуте, короче. 7-й левел. Grass to grass communication. Communicate with grass? Подожди, чё? В смысле communicate with grass? Бля, ребята, мне начинает казаться, что это действительно необычная трава. Это какая-то другая трава. А теперь заходим на мой сервер крутых травопилов, чтобы трогать траву круто. Не, у вас говно, серф наш покруче, мы травоманы. Мы едины.
с земляным покрытием, так сказать. Один, правда, у нас здесь лодырь, но он как охранник будет. Он типа нас охраняет, пока мы трогаем траву. Чтобы мало ли что, вдруг там никаких ситуаций не возникло странных. Патч ноути при первом запуске не работает voice в онлайне. Увы, блядь, ты что думаешь, я, сука, пойду сейчас еще что-то исправлять в этом куске говна буду? Насколько мапа огромная, я не ебу. Мне не важно, я зашел сюда трогать траву. Я один раз, блядь, провалился в бэкрумсы и больше вообще ничего не хочу здесь исследовать. По крайней мере, пока не прокачаюсь. Будет замес с новыми игроками? Я вам, кстати, даже больше скажу. Это даже не лучшая игра ансамбля дня. Будет что-то даже лучше этого. Просто как бы имейте в виду. Сколько я у нее уже играю? 36 минут? Бля, я не могу в это играть больше, чем в Blasphemous. Иначе это будет... Мы живем в обществе момент. Ну чё там, когда мне еще очков-то накинут? Ребята, трогайте траву, давайте, 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 качайтесь, прокачайте улучшенную технику трогания травы. Я хочу посмотреть, как это выглядит. Чтобы вы все могли улучшенно трогать траву. О, погоди, я сейчас буду коммуницировать с травой. You have unlocked new skill. И как его использовать? И чё это? Ну, я думал, она хотя бы, типа, там, стонать будет, если ее потрогать теперь. Написано же, currently not in the game? Бро. То есть, все, что здесь есть, это я могу, типа, сношаться с травой, да? И все. Я даже не знаю, стоит ли такую игру рефандить. Рекомендую всем собравшимся здесь не рефандить эту игру. Я считаю, это будет честно по отношению к разработчику. А где четвертый? А чё такое? А чё такое? Пройти хочешь, что ли? А чё такое? А чё такое? Бодиблочит, что ли, кто-то? Чё, реально? Чё такое? Выйти не можешь? Чё такое? Застрял? А, бро... Да ты идиот, что ли, блядь! Сука, нахуй ты его выпустил? А там, знаете что, я хочу сбегать вообще на другой конец города, может там тоже что-нибудь есть? Погоди. Jesse? Jesse, we have to touch grass. А, нет, здесь нету пулевых этих отверстий. Значит, нет, сука, ебать, вы чё, пацаны, на поворотах аккуратнее, вас заносит аж. Слушайте, а давайте проверим, кто быстрее. Встаньте вот, вот там вот. Или не-не-не-не-не, пацаны, короче, бегите вот на тот конец. Вот на тот конец дороги бегите, а потом все вместе, втроем на меня, чтобы получился красивый кадр. Давайте, давайте, давайте. Кто это такое? Неужели это рейд от Питика 48? Не может быть. Не верю. Так, а где третий? Беги давай, блядь! Вы что, вы даже с такой простой задачей справиться не можете? Вы настолько тупые? Бро, ты можешь просто вот к ним побежать? Да-да-да. А что, к ним что ли? Туда? Туда, в том направлении? А, ну ладно, я просто не понял. Подожди! А то туда, да? Окей, ладно, я побежал. Здорово, ребята! А что мы тут делать будем?
Так, теперь стойте там. А, погоди. Отвернитесь. Бля, нет, стоп. Вот так придется. Отвернитесь, не ходите за мной. Я спрячусь, а вы должны меня найти будете. Отворачивайтесь. Давай, 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 вы тоже двое. Давай, да-да-да-да, все отворачиваемся. Я вижу, блядь. Сука, ты, козел. Ёбаный. Ебобаный. Хватит поворачиваться назад, я буквально вижу, как вы это делаете, уроды! Ну, тогда никаких пряток. Окей, заруинили контент, молодцы. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы, бля. Что у нас здесь? Может, кстати, тут несколько порталов в этот Backrooms. При первом онлайн-игре не работает войс. Что ты хочешь, чтобы я сделал с этой информацией? Мне взять игру, блядь, починить, что ли? Или что? Нахуя ты мне это спамишь, блядь? Нет, 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 блядь. Серьезно? Он меня заблочил здесь? Бро. Пожалуйста. Что это было, блядь? У нас тут житель Майнкрафта, что ли, где-то есть? Так, короче, пацаны. Вот это вот респект. Вот это сразу видно. Человек не просто, чтобы на стриме повыебываться, купил игру. А чтобы действительно трогать траву. Вот это вот реально респект. Вот еще какой-то здоровый дом. Может, там тоже что-нибудь есть? Портал там, зазеркалье какое-нибудь. Что, страшно? Не заходишь внутрь? Страшно? Боишься, да? Так, ну здесь ничего нету вроде. Как вот так может быть, что фонарик есть в синглплеере, но его нету в мультиплеере? Как это? Дядя, дай пройти, пожалуйста. Дядя, дай, пожалуйста, выйти мне отсюда. Спасибо большое. Дядя? Дядя? Блять, я где вообще? Я заблудился. Где здесь выход? Блять, как выйти? Тут темно. Я не вижу нихуя. Подожди, я спустился? Нет, я еще не спустился. А, во-во-во-во-во-во! Бля, пацаны, хорош. Вот это реально уважение, блин. Покажите кто-нибудь, как вообще надо трогать траву. По-настоящему. По-мужски, так сказать. Или что, или не хватит духу? Points 0. Не, ну у меня слишком много уйдет просто кача на это. Так что кто-то из вас должен показать. У каждого своя техника какая-то. Так, короче, ладно, погнали, пацаны, погнали. Это наш последний заезд будет, поэтому готовьтесь. Так, мы одного еще где-то потеряли. А где четвертый Кент?
Алло? У вас трава хуёвая? Не, погоди, а где четвертый кент? Ребята? Нас же было четверо? Его забрал пятый. Короче, чуваки, идите внутрь этого дома и ищите звук такой, типа бзззз. Давайте, давайте, я четвертого подожду и за вами. Чтобы он не потерялся. Чего, блядь? Эй, блядь, алло? Чего нахуй? Чего? А как я? А где они? Бля, пацаны, зайдите в дом. Там должен быть звук, типа, вот на него идите. Я не хочу тут один быть, блядь. Леви, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Пацаны! 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 Не, алло, а что это за хуйня? Почему я телепортировался? Так и пропал четвертый? Стоп, 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 стоп. Что-то я, блядь, вообще ничего не понял. Но он же, получается, где-то здесь должен быть. Или чё? Блин, что за хреномуть? Вылетело в главное меню? То есть, стоп. То есть, меня, блядь, отправляет вот в этот backrooms, а всех моих корешей, типа, кикает нахуй из игры, да? Это чё за... Это чё за пиздец? Не, знаете чё? Двигаемся дальше. Окей, вот такая вот игрулечка с неожиданным твистом под названием «Симулятор трогания травы вместе». Я считаю, если вы ее купили, то рефандить не имеете никакого морального права.